Конечно, нужна Луна. А чем мы будем гордиться? А чем будут гордиться наши дети? А если мы освоим эту Луну, как освоили Арктику, как первыми улетели в космос? Слава Богу, что существуют эти вещи. И, как мы уже с вами говорили об, о национальной идее, если бы не было вот этого советского, постсталинского бэкграунда, то нам совершенно бы нечем было бы гордиться. И вопрос о национальной идее не стоял бы вовсе. Если мы хотим быть первыми, если мы хотим быть великими, если мы хотим быть действительно очень важными для самих себя, то мы должны покорять Луну и Арктику, и Антарктику, и подводные глубины, и пытаться сотрудничать со всеми окружающими нас странами и не окружающими, и с врагами, и с друзьями. Мы должны делать все и вкладывать в это деньги, а не прожирать, не покупать там себе... Ну, хорошо, соберет там наше государство дань с олигархов, но не купят они себе там еще по какому-то кораблю там или что-то еще. Зато на Луну слетаем, ну, клево. На нас это с вами никак не отразится, уверяю вас.